Всем привет, и вы попали на самый хоккейный канал Ютуба Батыр Хоккей. Давайте сегодня обсудим сегодняшнюю тему. Сегодня мы будем обсуждать непосредственно контракт Кирилла Капризова, который он подписал с Миннесотой Вайлд. Первым делом, что хочу сказать, то что контракт получился на 5 лет, то есть он будет за Миннесоту играть 5 лет, и цена контракта получилась для Миннесоты 45 миллионов долларов. Сумма для такого молодого хоккеиста, условно, то, что он играет только второй год, довольно-таки большая. Это заслуга, прежде всего, его, соответственно, переговорщика, его агента. Вот. А также, конечно, он провел прекрасный сезон, то есть Миннесота не могла, не знаю, представить себе следующий сезон без Кирилла Капризова, поэтому довольно-таки льготные условия, в плане довольно-таки высокие условия ему предложили. Также будем поддерживать в будущем Кирилла Капризова и смотреть за его будущими дальнейшими успехами и победами. А что ты думаешь по поводу нового контракта Кирилла Капризова? Напиши в комментариях, что ты думаешь, и не забудь подписаться, если тебе нравится все о хоккее. Мы будем обсуждать здесь новости, разбирать разные моменты, поэтому не забудь подписаться.